Наконец-то вечером дождик прекратился. Иду я по дорожке, осматриваю свои владения. Я всегда люблю прохаживаться, как дождика нет, смотрю на развитие растения, смотрю, что зацвело, что нет. И издалека вижу, думаю, что это такое непонятное. Какой-то камень, либо издалека камушек. Подхожу поближе, как вы думаете, что растет? Дождик дал свои всходы. Грибы. Не знаток, конечно, я грибов, не могу сказать, что это за грибы. Те, кто знает, напишите. Вот такой вот на ножке, на толстенькой. Посмотрите. Рядом с моей горкой, рядом с деревом у меня здесь посажено, развивается, растет абрикосина. И вот такие детки еще. Вы представляете, вот таких всходов у меня еще не было. Подождите, что это тут еще? Я в шоке. Я просто в шоке. Посмотрите. Даже сейчас хотела показать, снять вот это видео. Смотрю вдалеке. Грибная поляна. Но здесь у меня унавожено. Может быть, я не знаю, синяя ножка такая, она бывает не такая. Короче, у меня в цветнике выросли грибы. И грибов я в недоумении. Сколько деток. Посмотрите, это вот новые я цветы сажала луковичками, анемона клубневая. Вот она мне всходит. Думаю, пойду посмотрю, что всходит после дождика. Посмотрела. Знатоков грибов прошу написать комментарий, что за грибочки у меня растут в цветнике. И вот такое количество маленьких грибочков. Но я думаю, это один вид грибов, поэтому не знаю даже. Я в недоумении. Вообще. Жду от вас комментариев. Вот так в этом году у нас дождик. Что-то погибает, а что-то вырастает. Без посева даже. Грибочки у меня в садочке. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Мой канал о жизни, о моих увлечениях, о цветах, о огороде, о всем, что встречается в нашей повседневной жизни. Пока-пока. До новых встреч.